Финансовые азы в массы. Осуществлять платежи дистанционно через компьютер или даже сотовый телефон отныне смогут на всей территории Краснодарского края и даже в глубинке. В Южном главном управлении Банка России стартовал проект по повышению финансовой доступности. Оплата по безналу различных товаров и услуг, онлайн-платежи и переводы – вот далеко не полный список тех преимуществ современных технологий, которые позволяют нам практически не выходя из дома приобретать и оплачивать все, что душе угодно. Но удобно и модно не значит вседоступно. Утверждать, что пользоваться финансовыми технологиями может каждый, еще нельзя. Чтобы инновации шагнули буквально в каждый дом, и был придуман проект по финансовой грамотности. В первую очередь он создан для социально незащищенных кубанцев. Для начала подписали региональный проект дорожной карты, а в планах на будущее открыть дополнительные пункты обслуживания клиентов в каждом населенном пункте. Мы поставили перед собой цель за 3 года не менее чем в 2 раза увеличить доступность финансовых услуг в населенных пунктах, где проживает менее 3000 человек. Мы говорим по финансовой доступности, при этом, безусловно, подразумеваем отдаленные, малонаселенные, труднодоступные населенные пункты, те территории, которые, безусловно, очень важны с точки зрения, то есть тех финансовых услуг и тех возможностей, которые должны присутствовать у каждого гражданина нашей страны и, безусловно, уметь им пользоваться. Пилотный проект развития безналичных расчетов уже был успешно запущен в Дальневосточном федеральном округе. Теперь все ставки на Южный и Северокавказский. Эти территории имеют высокую плотность населения при небольшой доле сельских пунктов в округе. По статистике, на каждую 1000 жителей Кубани приходится всего 22 устройства по приему платежных карт и только 30% безналичных расчетов. И по прогнозам специалистов, заявленный проект сможет в кратчайшие сроки изменить ситуацию в корне, чтобы в ближайшем будущем платежное пространство стало доступно всем, вне зависимости от возраста и места жительства. И главное, помните, мобильные платежи – это не страшно, а разобраться с ними вам помогут специалисты.